Вашему вниманию исповедь коррупционера. Слушаем. Казалось бы, я все успел за эти три созыва, а вот воруется, как в первый раз. Потоки на счета мои текут без перерыва, и даже стыдно мне уже подчас. Друзья зовут на острова, семья в Доминикане, твердят, что я себя не берегу. А я рублю бабло, как раб, как уголек стаханов, и все остановиться не могу. Я херачу на залог, как задрал Насиров планку, сука. Я херачу на залог. Вот такая штука. Казалось, чего мне бдеть? Прошло уже 3 года, никто не сел, но беспокоен сон. Мне снится плаха и Майдан, возмездие народа. Мне чудится, что есть в стране закон. Я так устал уже давно, всего и всех бояться. Дешевле отсидеть мне видит Бог. Страна у нас одна на всех. Ну, согласитесь, братцы, и всем ее не хватит на залог. Да я и сам уже давно прошу, остановите вы своего народного слугу. Люстрируйте меня скорее, а лучше пристрелите. Я сам остановиться не смогу. Я... Друзья, не стесняемся, первые ряды подпеваем, пригодится. Давайте. И мы херачим на залог. Совершенно верно. Все у экрана, давайте вместе. Вас же не снимают, но... Что там? Сука. Мужчина в вене бородатый вместе с нами. Назад. Вот такая штука, да? Вот такая. Да. Все, у кого электронные браслеты, давайте позвеним. Херачим на залог. Задние ряды не сочтите, херачите. Мы херачим на залог. Репетируем оба тема с утра. Мы